Песни Потапа и Насти слушают все, от мала до велика. Но мы хотим расширить аудиторию, чтобы буквально все могли понимать ваши песни. Для этого у нас есть специально обученный человек. И нам нужна Настя. Да, хотим пригласить сурдопереводчика и Настю. Итак, дамы и господа, Потап и Настя, песня «Папа вам не мама» с сурдопереводом. Прошу. Мучили юмористу на нашей эстраде. Потап и Настя!